Ого! Какой какашкадав! Ты посмотри, как он... Ох ты! Как она это делает, Лера? Вау! Это, ребята, нереальное мастерство поваров. Как он? Смотри, папа крутит там колесико и передвигаются, друзья, дорога с автомобилями. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Это самое приятное и залипательное видео. Всем привет, друзья! Всем канале Скайгеймс! Как обычно, напишите, кто из нас больше сказал вау, залип или заснул. И сколько раз ты. Ну что, держимся изо всех сил. Что это такое? Это печеньки! Нарезаются, ребята, большим ножом. И посмотрите, как они равномерно кладутся на противень. И сейчас, наверное, их будут отправлять в огромную духовку. Вау! Ты посмотри, какого размера нож-тесак. Он счесывает с бревна абсолютно ровно. Или это не бревно, это картон. Может, это вообще бумага? Да, это похоже на бумагу. Но очень, друзья, плотную. Так, смотрим. Это термометры? Или что это такое? Похоже на термометр. Похоже на термометр. Ребята, это фабрика по производству, наверное, медицинской техники. Очень класс. Круто. Вау. Стельки обшиваются, друзья, нитками, прострачиваются. Смотрите, она сама все съела. Здоровски. Да, сама делает. А тетя сидит, только там руки подставляет. Просто... Пластиковые стаканчики, ну, как делаются. Стаканчики. Друзья, какой сегодня залипательный сюжет вам понравится больше? Да. Напишите нам в комментариях, поддержите нас лайком. Итак, вау, что это? Щетки. Посмотри. Обожаю щетки. Это они как круто делаются. А как они проделывают там отверстия? Оно как будто бы впечатывает туда вот эти вот щетинки. Вау. Так делаются деревянные треугольнички для конструкторов. Программируется, класс, друзья, бревно на определенную толщину и конусность. Вау. Так, что это что такое? Это за... еда? Это просто окошки? Или что это? Это упаковка? А зачем на окошках намазать какую-то? Автоматически, смотри, скрепление проводов. Робот помогает человеку. Здорово. Это друзья, если человек ленивый и нифига не хочет ну делать. Ну да. Вау. Вау. С двух ударов забивает гвоздь. Прикинь, там силища. Все. Молодец, красавчик, справился. Вау. Ага. Скорость. Лера, ты посмотри скорость, с которой он заменяет баллончики на полочках. Это не полочки, кстати, это завод, походу. Потому что, смотри, это все какие-то элементы конвейера. Как он это быстро делает? Обалдеть. О, это же мороженое. Мороженка. Посмотрите, она наклеивает эти, заворачивает в этикетки. Ого, кувшин. Ребят, это нереально крутой, здоровенный кувшин. Посмотрите, гончары. Интересно, кому такой нужен? Не знаю, это, наверное, там сколько там литров, я не знаю, наверное, может, литров 300 жидкости туда поместится. Представь, у гончаров работа, вот это из таких вот гончарных трубочек глиняных, собирать вот такую вот красоту. Это получается тесто какое-то сладкое. Смотри, оно наворачивается на вал, и потом сразу уже приготовленные блины стекают. А почему не какие-то, какими-то полосочками? Ну правильно, двумя полосочками, потому что их там разделяют. Это что это такое? Что это? Это что-то, наверное, сладкое. Ребята, это, кто проголодался? Я, знаете, например, что? Да. Лера, я не хочешь? Думаю, что это сладкое, но думаю, что это есть можно. Есть можно? Лера, давай поедим, как давай ты думаешь. Дайте нам, пожалуйста, мы с Лерой просим две хлеб. Штучки нам, каждому. Это маски. Как маски делают. От ковида так делаются, друзья, маски. Посмотрите, маски ежедневные, которые мы носим с вами каждый день. Да. Вау! Это, ребята, нереальное мастерство поваров. Как он так делает? Блинчики. Посмотри, оно как будто бы живое, как будто бы вертолет радиоуправляемый. Он им выкинул. Пау, поймал. Ребята, как летающая тарелка. Ребята, объемный рисунок букета цветов на дереве. Вот эта форма от него. Крутяк. Вау, что это такое? Это нужно бежать по правильным точечкам. Ему подсказывают, по каким нужно бежать. Это соревнование, друзья, на время и на очки. И, наверное, на деньги. Ребята, это метание вау молота. Вау. Олимпийский вид спорта. Тяжелая атлетика. И ох куда ты. Только на бошку никому не... Так, что это такое? Провода, они заматывают провода изолентой. Как-то можно что-то понять? Вообще, я не понимаю. Там чокнуться можно в этих проводах? Это же там пока какая-то проводы будешь запутывать, распутывать, да, так можно и... Дядя посидел на лавочке. Ох вау ты! Раскладной стол с двумя лавочками стал.
Круто. Это же булочки, Лера! Друзья, Лера с нами! Лера не спит, Лера не залипла, Лера нас не покинула. Вау! Колесо! Обозрение! Посмотри, какое брутальное! Я реально на таком бы испугался кататься. Это, ребята, какой-то, наверное, кокос или что-то такое? Это, наверное, что-то сладкое. А, давайте смотреть. А почему оно в такой скорлупе, как будто бы орех? О, достал! Достал что-то. Кушать! И трубочку! Что, реально кокос? Что это такое? Это рисунок. Это рисунок на бумаге или на чем? Или переводка на металл? Это рисунок, наверное, на металле, ребята, так делается. Обалдеть, красиво. Вау. Это обратная это? Съемка? Наверное. Или он засасывает землю? Или что это вообще такое? Это земля с листиками? Может, это семена? А, это может быть, друзья, для посевалки. Это, наверное, вот это он засасывает их обратно. Вон, видишь, они как... Наверх поднимаются, да? Прикинь, вау, какая там температура, идет ковка какой-то сумасшедшей крупной детали, крупногабаритной. На это, наверное, поэтому там и работают роботы, а не люди. Наверное, поэтому на это можно смотреть бесконечно. Вон, вау, бабушка с трех ударов, смотри, гвозди фигачит. Раз, два, раз, бау, есть. Бабушка вообще суровая, друзья. Кому нравится, как забивают гвозди в дерево? Мне, например, да. Пиу! Ой, это колеса! Это? Для колясок или для игрушек. Друзья, смотрите, бортик столика. Бортик столика, они его так обрабатывают. И чтобы он был абсолютно ровным, друзья, и блестящим, глянцевым. Блин. Опять еда! Хватит еды! Вау. Ребята, она сразу с двух тарелок, в две тарелки наливает. Как она это? Сразу в две тарелки, как? Я не понял. Как? Это очень залипательно и круто. Вау. Так, диски. Это так делают диски для каких-нибудь, наверное, видеоигр. Или... А, ты будешь музыкальный? Не, мне кажется, это не музыкальный. Мне кажется, это промышленные диски. Два мопеда! На одном едет, второй везет. Ребята, мотороллеры. Как он это делает? Два скутера привез. Класс. Круто. Распилка каких-то, чего это, я не понял, чего. Туалетной бумаги, что ли? Так, что это? Резко по стеклу. Зачем? Друзья, обалдеть. Чтобы вырезать такой же кусочек, он подложил сверху и такой же вырезал. Вкручивание шуруповертом шурупа в металл. Ребята, обалдеть. Крутился. Прошел. Что это такое? Вода. Он стоит в резиновых сапогах. Это соль, что ли? Это такая вода соленая. Посмотри скорость. Вау. Теннисные ракетки, Лера. Он вот так просто оп-оп-оп. Просто оп, фигачит оп, пресс, оп. И он успевает подставлять, чтобы приклеивалась, видимо, поверхность. Здоровский. Так, ой, какой-то деталь. Это, видимо, подшипник или какая-то втулка, не знаю. Так, он опускает в разные жидкости. И о, что же мы получим в конце? Это, видимо, кислоты разные. О-о-о! Нереально красиво, ребята. В золотую превратился или в нежно-медную. Так упаковывают сырки или ой, что-то такое. Ого! Она что попадет? Нифига если себе она расстояние. Попадет, я не знаю, что она здесь делает. Попадает! Такая маленькая девочка. Короче, парень выравнивает пол, при этом ходя по нему. Интересно, парень, ты долго так будешь выравнивать? Тебе надо оттуда, наверное, как-то уйти, что ли, я не знаю. Молодец! Как ушел. Залипательно ушел. Во. Из маленькой тумбочки посмотри, что они разбирают. Друзья, крутяк! Обалдеть. И это все маленькая тумбочка. Лазерное нанесение на технику Samsung. На адаптер для телефона. О. Круто. О, ой, ножной нож. Ой, посмотрите там. Там курочка, курочка ходит внизу. Ребята. А там барашки стоят. Ой, камни. Камушки. А куда они, ребята, наверное, едут? Наверное, друзья, на изготовление какого-то раствора. Вау, что это? Так делаются подшипники. Посмотрите, он сейчас повставляет туда шарики. И они, друзья, будут крутиться. На основе этих подшипников работает очень много приспособлений в автомобилях, велосипедах, колеса. Круто. Опять еда! Они решили меня это сегодня пельмешки. Добить. Это не пельмешки. Это какие-то большие булочки. Причем внутри с начинкой. Ого, о, какая пила интересная. Я так тоже хочу ходить. Я и тоже все. Так хочу ходить. Это очень залипательно ходить и сухие подсолнухи спиливать. А вот потом выносить их не очень прикольно. А вот спиливать прикольно. Так, вау, обалдеть, все на кнопочках. Залезла наверх. Круто. Так, что там такое? Ребята, самозакручивающиеся, смотрите, шурупы. 4. Это, видимо, готовится какой-то динамик, наверное, для какой-то звуковой установки. Мне кажется, это как будто колонка. Да, здоровски. Опять еда. Это, видимо, какие-то шоколадки или пироженки. Леон или пикник. Вау. Аквапарк, смотри,
просто под небом ленивая река, где течение само несет людей. Они просто находят... Ох ты! Как она это делает, Лера? Я не знаю, сколько надо было тренироваться, друзья. Очень залипательно. Так, пленку наклеивают на новый стол. Видимо, чтобы старый продать как новый. Да, друзья? Как вы думаете? Лера с нами! Лера что-то вообще примолкла. Вообще, Лера залипла. Круто. Ого! Какой какашкодав! Ты посмотри, как он ездит! Он даже по болотам, друзья! Ничего Привет! Себе. Хочешь Ой, что это? Не знаю. Это что-то залипательное. А если это съедобное? Съедобное? Да нет, это скорее всего пластиковое. Это какое-то приспособление для красоты или что, я не понял. Или это что это такое? Или это просто рюшка? Так, рюшка? Это клей для кирпичей? А ну давайте смотреть. Это клей, который клеит кирпич к стене. Друзья, круто. А что это в песочке? Яички. Это яички в песочке? Это какая-то еда, наверное, восточно-азиатская. Не знаю. Заливка металла в песчаную форму. Сейчас обожаю. Сейчас это будет что-то. Это будет гаечный ключ. Посмотрите. Большой. Круто. Снимают на телефон. Это маленький ураган. Это пыльца? Это с гриба? Или это вообще под водой происходит? Нет, это не под водой. Круто. Это обувь? Ребята, носочки. Наверное, так делается. А, носочки? Что ты думаешь, носочки? Мне кажется, обувь. Смотри, как делаются золотые тиснения на вот таких кожаных штучках, друзья. Придавливает. Вау! Как это что механическое? Смотри, папа крутит там колесико и передвигаются, друзья, дорога с автомобилями для девочки, а девочка рулем крутит. Ты что, самодельная что ли? Смотри, какой орехокол! Какое изумительное хитрое приспособление, Лера! Ты хочешь такой? Конечно! Лера. Подари мне на Новый год, пожалуйста! А, конечно, только если опять начну. Вкусняхи показывают! Они решили меня затравить сегодня! Это зачем шаурма. Вы хавите? Это маленькая шаурма, друзья, шаурма. С мяском. Кто тоже проголодался, ставьте лайк, поддержите эту серию. Смотрите все видео на наших каналах Валеришка Максим Play Games. Все ссылочки, друзья, описание. В описании. Мы стараемся только для вас, потому что вы у нас самые лучшие. Мы вас всех очень любим. Всем пока-пока.